Привет, интернет, с вами Серж. Сегодня у меня будет очередной забрив. Бриться буду бритвенным станком Gillette Match 3. Пена для бритья Arco. Лосьон после бритья Forks Man K. Трясем пену немного. Я давно не брился. Именно станком. Нажимаем. Такое количество для начала. И намазываем. А предварительно надо умыться горячей водой, умыться, потом вытереться полотенцем и после этого наносить пену. Так бритье будет проходить более хорошо, кожа будет мягкая и не будет раздражения. Мочим станок водой теплой. И начинаем бриться сначала по росту волос в этом направлении. Такими маленькими стежками. И часто споласкиваем станок теплой водой. Не надавливаем сильно, так, слегка брем. По одному и тому же месту стараемся не проводить более одного раза, потому что будет раздражение. Шанс раздражения более велик будет. Умываемся теплой водой. Вытираем лицо полотенцем для лица маленькой. И теперь броемся второй раз, но уже против роста волос. Вот снизу вверх. Так бритье будет более качественно, более чистое. Снова пену добавляем. Вот видите, когда я только что умылся, вытерся, получается лицо как бы слегка влажное, и пена пенится лучше намного. Если вы вытеретесь, лицо полностью у вас высохнет, или вы не умылись, то получается и пена не будет так хорошо пениться. У меня так вот первый раз было, когда я сейчас делся. Конечно, лучше не пеной для бритья пользоваться, а кремом для бритья. И наносить на лицо этот крем кисточкой. Из борцучьего волоса, по-моему, хорошая. Будет очень качественно крем ложиться, то есть вы проводите это кисточкой. А это еще пеной рукой просто. Как бы нерезультативно так. А больше на пену. И броем уже против роста волос. Такими стежочками сантиметров 10 вот так вот. Оп, оп.
Сильно надавливаем. Очень много раз по одному месту, повторюсь, стараемся не проводить. Будет раздражение, ну или шанс велик. Я просто же как-то провожу больше одного раза. Открой, пошел чуть-чуть. Стараемся снизу вверх бриться, также наискось, особенно вот в этих местах. То есть у всех разный рост волос, у кого-то здесь волосы могут расти как бы вот так наискось, у кого-то прямо. Надо уже самому пробовать. И так проводить, сбрились, не сбрились. Виски еще можно подровнять. Вот где-то... Ну, кто как хочет, вообще положено в армию вот так вот. По эту часть вот. По уставу. То есть вот так вот. У меня немного ниже, как видим. Промываем станок. Умываемся. Вытираем лицо полотенцем снова. Именно полотенцем... Для лица, а не для тела. Проводим и смотрим, хорошо ли побрились или нет. Если волос. Я не чувствую волос. Гладкое все. Теперь используем лосьон после бритья. Я использую лосьон после бритья, он у меня без спирта. Со спиртом жжет, как бы, и... И для всех типа кожа подходит. Надо сама пробовать, смотреть. То есть вот так, и хлопками вот так наносим. И так он выглядит. Можете наносить ватными дисками, но не наши руками. Все, закончил забрив. Если тебе понравился этот забрив, поставь лайк. Также подпишись на канал, нажми на колокольчик. С вами был Серж. До новых встреч!